Друзья, добро пожаловать к нам на ранчо. Сегодня у нас день 44, и мы с вами сегодня начнем выращивать, наверное, я хочу, знаете, что сделать? Теплицу, наверное, постараться построить, не знаю, или сейчас все для комбайна купить. Но начинаем мы наш день, конечно, с нашего любимого занятия. Спокойной ночи, пятачок. Мы прямо это уже за правило взяли, наверное, разделать. Я уже очень много погрузил мяса. И просто сейчас думаю, мы вот это все с вами и добьем. Слушай, он что-то прям, да. У него, походу, больше, чем 24 будет. И еще я наконец-то построил дом. Слушайте, много у меня ушло времени на него. 24 свинины. Как раз, смотри, один хрюндель, когда вот такой вот хороший, да, как говорится, он у нас на 24. Вот предыдущий у меня был на 21. И посмотрите, я еще курей взял, у меня еще места нету. Вот мы их сейчас вывозим. Сколько здесь получается? 11. И еще, поверьте, можно было пяток точно забирать. В общем, вывозим куриц на продажу. Яйца у нас нету. Мясо мы с вами здесь забили прилично. И заодно также развезем топливо. Вот что я построил, кстати говоря, с домиком. Посмотрите, я там чуть-чуть еще внутри не доделал. Но вот такой аккуратный дом. Здесь мешал вот это дерево некоторые конструкции мне делать. Чисто на пробу. Слушайте, здесь столько можно всяких движений делать. Столько всего строить. Цветы мы еще не доделали. Нам что здесь нужно? Металл, кстати, положен. А давайте сразу доделаем, посмотрим. Цемент же у нас есть здесь. Мы сразу цемент этот возьмем. И десяточки как раз нам должно хватить. И поглядим, как это у нас будет смотреться. Кактус просто в железной банке, кстати. Вот этот цветок красивый. Вот этот тоже более-менее. Слушай, ну вот этот, короче, был самый красивый цветок. Я думаю, мы как-то его, может быть, побольше и выставим. Здесь у нас с вами кровать поставили, можно также, давайте сразу сохранимся, да, здесь вот такую полку выставили, тоже можно что-то складывать, но здесь я больше хочу использовать его, наверное, для машины, ребят. Освещение провел, смотрите, сюда наверх, сюда, сюда, короче, сюда в уголочек. В общем, здесь такой ночью, я его как раз ночью строил, такой симпатичный был, ребята, уголок тут. Ладно, мы с вами выезжаем. Пока у нас курятина здесь не испортилась. Все это дело продадим. Дома у нас вообще здесь шикарные. Сокровища древних я пока, честно говоря, не читал. Наверное, сокровищами мы займемся уже в следующей серии, я так понимаю. Вот у нас есть, смотрите, три поля. Понимаете? Готовых типа, да? И на этих трех полях, по идее, мы можем уже что-то выращивать. Мы же не можем их сами сделать, а? Кстати, а курятина продается в этом... его называют, во вкусные точки, да, куда мы там едем, посмотреть, если там курятина, это раз, и свинина, меня все интересует, если какой-нибудь еще X2 будет, потому что нам надо комбайн купить, всякое там оборудование к нему всего, да, машину, я все о шестерке этой мечтаю еще у нас, ну-ка, что у нас здесь, яйцо, множитель цены 1,7, свиная сосиска, к сожалению, у нас нету ни того с собой, ни другого. Но на 4800, прикиньте, свинина, свинина. А, еще это без курей. 4800 продать. 4800. Сейчас у нас 7300 баланс. И поехали, продадим курей. И я вам заодно хочу показать, что я же еще одну собаку купил. Но они от меня убегают, я не знаю, как их... Так не, а смысл, да, опять она тоже убежит. Видимо, здесь это... Не, вон у меня есть, в принципе, чтобы этот ошейник имена назвать. Ну, давайте потратим 200, да. Как раз кури... Чуть это не разбил машину. Слава богу, успел отвернуть от дерева в последний момент. Так вот, сейчас продадим курей, у нас же здесь место, по идее, освободится. Слушай, а может нам цистерну купить, проверить для нефти, а? Сегодня такая проверка будет. Всяких приколюх. Вот смотрите, заехали сюда, заходим. Привет, мать. И продаем нефтяная бочка, набор куриц, 11 штук, 550. Хоп, за 820. Итого
продали еще куриц. И вот посмотрите, собака, да, вот есть ротвейлер, есть овчарка, есть таксы. Вот таксу покупал, кота, ну, кота можно спокойно взять и перенести. Так, из этого мы все с вами попробовали. Здесь доильный аппарат мы купили, да, но еще его не юзали. Белая плесень, корова. А, это молоко. Добавлять молоко. Синяя плесень, это тоже добавлять молоко. Это если делать этот, я понял. Так, ну здесь нас пока ничего не интересует. Набор ошейников. Вот набор ошейников у меня есть. Имена я им давал, понимаете? Давайте вот еще купим. Еще купим одну таксу. Вот эту, например. Добавить в корзину. Открыть корзину, оплатить. Все, он у нас, смотрите, бегает здесь. Радуется жизни, вот он. Но я могу его только погладить. Понимаете? Я не могу его с собой взять. Только погладить. Вы скажете, у тебя же есть ошейники. Типа, что ты нам мозги, да, канифолишь? Смотрите, берем ошейник. 6 из 7. О, тихо. Смотри, нажмите, чтобы назвать животное. Животное пес будет. Пес. Ок. Все, и он побежал дальше. Ему похер вообще, он просто дальше побежал. Вот так от меня уже ушла одна такса. И ушла, как его называют этот, и ротвейлер уходил. Вот он, смотри, сидит. Ну, я могу опять к нему подойти, типа. Пес. Пес. Погладить его могу. Машина его не собьет. Смотри, и почесал, блядь. Куда почесал? Куда бежит? Вот мы можем его погладить. Пес. Да, лис. А где лис? Вот и все. И больше мы его с вами, ребят, не увидим. Понимаете? То есть вот я уже на них так 200, 400, 600. 600 уже слили. Ладно. Ну что ж, поделаешь, да? Поехали, сгоняем. Что у нас там, 6000? Доски у нас, в принципе, нормуль. Присутствуют. Мне теперь... Слушай. Во-первых, меня интересует карта сокровищ. А сейчас мы едем с вами. Давайте посмотрим цистерну. Вот, смотри, путь. Что это за путь такой идет? У нас здесь, а? Может, здесь этот пес ходит? Что это за путь у нас реально? Надо машину купить, шестерку, комбайн купить, газонокосилку купить. Можем ли мы газонокосилку перевезти сами? Так, куда это мы выехали? А, ну просто к этому городу и выезжаем. Ничего такого здесь. Дороги и нема, да? А, поехали за топливом сначала. Смотри, стоит. Механдрий, да? Хорош, красавчик вообще. Не будем тебя трогать, отдыхай там, братец. А, смотрите. Короче, да, она просто, видать, отвозится домой. 120. Ошалеть, блядь, просто ошалеть. 69 залили. Она просто отвозится домой, скорее всего. 50. Перелить. Еще даже 19 осталось. 200, прикиньте. Это как раз на бочку, я так понимаю. Мы с вами и подняли... Это лаве. Так, медведь там ходит, гуляет. Пусть ходит, гуляет. Мы давайте все-таки до этого автопарка доедем. До кемпинг-парка. Уж больно там, да, так симпатично смотрится. Здесь у нас кто на озере тоже. Я не помню, мы сюда вроде бы с вами подъезжали. Вроде бы подъезжали. Но здесь ничего нет. Может быть, здесь что-то можно будет открыть. Может, какое-то задание будет. Смотри, ничего не... А что нам надо найти? Кинжал, шлем, кубок. Ну, нет. Не, ну это, слушай, я даже не представляю, как это искать. Кинжал, шлем, кубок. Нам что-то такое вообще попадалось, друзья? Я что-то такого не помню. Вот у нас прям сюда идет дорога. Дождик опять начинается. Может быть, мы что-то здесь узнаем. И вон его дача, типа, на том берегу. Ну, дом, то есть, не дача. Вот, видишь, у них здесь кемпинг. Удочка. Костерок. Сохранить игру. Поспать здесь можно. Но...
ты сюда никуда не заходишь, ничего не делаешь. То есть, ну как бы, понимаете, да? Ты вроде бы и здесь. Ты вроде бы и здесь, но и в тот же момент ты ничего здесь не можешь сделать. Кроме скриншота замечательного. Ну, вид здесь, да, конечно, так-то останавливается. Да, смотри, из окошечка на озеро такое. В общем, пока непонятно, что здесь. Я думал, здесь какое-то задание на самом деле будет, но нет. Ну что, поехали, берем топливную цистерну. Топливную цистерну. Я даже думаю, знаете что? А как мы проверим, туда перелить, не перелить? Она, походу, чисто для топлива, ребят. Чтобы мы могли, наверное, заправляться около этого. Около машины подъезжаешь, да, наверное? Ляна, давайте купим, да посмотрим. Ляна, сейчас всю голову просто сломаешь. Так, возьмем, посмотрим и узнаем. 4 бочки топлива. И там еще что-то... Двадцаточка литров вроде как осталось. У нас еще есть крутой джип, но он вот так не перевозит. На грузовике мы что-то тоже, да? Когда вот такой есть большой прицеп, как мы доски везли, грузовик-то нам зачем тогда? А, ну может быть, видишь, мы построили загон для лошадей. Может быть, за лошадьми на этом поедем. Смотрите, я сейчас выкладываю одну бочку. Вот сюда, чтобы она не продалась. И посмотрим, сможем мы с нее перелить или нет. Сразу приобретаем топливный прицеп. Сколько у нас? 7600, прикиньте, поднялись как. А, это мы еще не продали. Это еще вот. Раз, два, три. 9175. И покупаем топливный трейлер. Добавить в корзину. Оплатить. Ну, давайте проверим. Давайте проверим. А что ты так перевернулся у нас тут? Давай на колеса. На колеса. Зажмите, чтобы перевернуть трейлер. В нем 1000 литров может быть. Или его надо подвести к этому, или он все-таки тупо заправляется на этой, на топливной станции, ребят. Подцепить. Подцепить. Вот, например, у меня бочка. Перевернуть трейлер. Не. Ничего абсолютно не делается. А вот здесь есть пистолет. Да. Я могу себя заправить здесь при желании. Поднять. Перевернуть, подожди, а как? А, ну в нем сейчас 0 из 1000, да-да-да-да-да. Мы просто сможем себя заправлять. Слушай, ну это тоже хорошо. Это тоже хорошо, я считаю. Бочку эту продаем. И хотел глянуть. Я не знаю, за легковушкой заедем, купим. Нефть продать. Или сколько у нас? 7800. Ну давайте сразу газонокосилку возьмем за 1000. Одну, да? Раз. Это у нас все есть. Стекло у нас там пойдет на этот. Транспортировочный трейлер животных. Это, наверное, просто к джипу цепляется. Мы и так в том большом прицепе можем возить. Пистолет у нас это есть. Разбрызгиватель. Это когда уже прям теплицей займемся. Вот эти все штуки можно понакупать. При желании, да. Жатка для зерна. Трейлер для урожая, для удобрения, силка. Слушай, ну в этом еще все надо разбираться. Скоро стемнеет, мы лучше давайте заедем за машиной. Заправим трейлер. И купим еще одну машину. И комбайн, наверное, купим все-таки, да? Все, поехали на заправку, ребят. Так, приехали на заправку. Заправили сразу машину до полного. И вот у нас с этой стороны... Как раз есть здесь бак. И это сейчас на 1000 литров, ребята. Кайфа. Будет у нас все заправляться. Слушай, сюда мы так зайти и не можем. Почему мы, да, нам бы... Может быть, здесь что-то лежит, кстати, по зданию. Кинжал, шлем и кубок. Открывается дверь? Нет, приваты. Заправка. Мы вообще, купив эту, у нас собственная заправка будет. Я так понимаю.
Смотри, ну так-то выглядит, да? Симпатично здесь, конечно. Прикольно. Но внутрь типа открыто, но стульчиком прижато. Ладно, отдыхаем немножко, пока заправляемся. Во, уже наступила ночь, ребята, пока у нас шла здесь заправка. Реально долго шла. 1000 литров мы с вами заливали здесь. Ну, благо, вроде бы как салоны все эти автомобильные работают и по ночам, поэтому пока еще, в принципе, 21:20, мы все равно едем в сторону дома, то давайте в салон заскочим. Я не могу остановиться. Меня так с этой бочкой что-то понесло жестко. Ой, хорошо, что ты налево не повернул, мы прям на скорости здесь шли. Вот, давайте аккуратненько вот так мы встанем. Надеюсь, никому не помешаем. Да, опен, открыто. Я думал, кстати, они ночью будут закрываться, но нет. Вот этот джип, да, симпатичный, но получается, что бестолковый, что ли. Вот этот пикап у нас есть, прекрасный. Квадроцикл купить, да. Нужная штука, я считаю, так и иногда по лесу. А, знаешь, за сокровищами. Может быть, скатаемся, да? А, если там складывать есть куда чего. Автомобиль, пикап простой. Фургон у нас есть. Во, купить. Это сразу. Это вообще не обсуждается. Ради шестерочки вот этой построился гараж, ребята. И внедорожник за 1000, не знаю. Смотри, он типа не... Ну, у него есть, да, багажник на крыше. Но мы его все-таки давайте со следующего купим, наверное, дохода, да. Трактор забираем за 1200, тоже сразу берем. И комбайн за 2000 сразу забираем. Следующих там 6 свиней или что? Опытный фермер, купите трактор и комбайн, дали мне ачивку. Так, ну у нас вся техника получается куплена. Подожди, так и джип уж купить. 2500 у нас осталось. А я что купил? Я разве его не купил? А, ну вот, комбайн, шестерка, UTV-шка, трактор. Ну, так давайте весь автопарк и купим, пусть все будет. Господи. Вот он, за 1000. Приобрести, готов. Все, у нас на балансе 1500, но абсолютно все машины, кроме белого пикапа. Давайте тогда и белый пикап до кучи. И у нас останется 700 на балансе. Как пролюбить 7000, да, ребята? И у нас осталось 700, короче, просто. Но, смотрите, куплено много техники. Комбайны, мы, в общем, это при свете дня с вами спокойно все поглядим. А сейчас отвезем эту топливную цистерну, поставим на нашем ранчо. Или рядом, знаешь, с комбайнами надо его ставить, чтобы заправлять. На территорию-то можешь его не загонять. Где вот ее лучше поставить, припарковать? Не, могут слить. Давай все-таки вот здесь аккуратненько мы его... Вот туда к забору поставим. Вот сюда. Вот сюда, ребята. Отцепить. А? Вот это у нас сегодня день прошел, да? Все деньги потратили. Но. Смотри, как он подсвечивается красиво, ребята. Смотрите. А? Вообще, какой прекрасный дом. Короче, ложимся здесь спать. Ребята. Как прекрасно спать у открытого окошка. Посмотрите. Вид на горы у нас здесь такой, да? Как вставать-то? Вон, пробил, я уже забыл. Посмотрите, да? Спишь. Олени ходят. Прикиньте, елочки тут растут. Красота вообще, а? Вообще красота. Так, ну а мы с вами за нашим, конечно же, великолепным автомобилем. Утренняя пробежка вдоль ранчо пробежаться. Слушайте, а это наша земля, нет? Потому что деревья-то, например, я уже дальше какого-то момента не могу рубить. Как мне вот это определить? Вон, видите, у меня столбиком там деревья лежат. Вот это, наверное. Вот, может быть, до сюда я смог срубить и все. А дальше, типа, уже не шло. Ну, то есть, одно поле-то у меня точно есть. Привет, брат. У меня тут пробежка утренняя. Спортом занимаюсь, ребят. Подтянутый. Что делать? Следить за собой надо. Бегать. Каждый день километров 10, наверное. Ну вот, до автосалона, до гаража и назад, да. И вот он, наш весь транспорт.
Надо придумать все-таки, как его можно перевести. Смотрите, я хочу... Пикап-то... Нихера себе, джип-то какой гигантский. Так этот джип больше нашего, что ли? Вау. У него, смотрите, люк там такой, да? Ну, звуки у них все одинаковые, я понял. Фары включаются противотуманки. Одна фара не работает. Нормальный, прекрасный салон. Кожаный, дерево. Слушай, это типа, знаешь... Типа Range Rover какого-то, да, пикапчик такой прикольный. Ну, он такой малышка вообще пикап, да, шестерка как будто бы даже больше. Квадрик. Смотри, анимация руля присутствует. Звук как у квадрика работает. Слушай, прикольно. Прикольно, здесь тебя оставляем. А, на тракторе. К трактору надо будет все покупать. Используйте культиватор, чтобы подготовить землю к посеву. Насыпьте, слушайте, вот это надо, я это очень плохо запоминаю, все это надо точно сфоткать. Чтобы подготовить землю к посеву, насыпьте мешки с семенами, мешки и семена в сейлку, чтобы посадить урожай. Используйте прицеп для удобрений, чтобы ускорить их рост. Купите комбайн, чтобы собрать. Ну, запомнили все? Значит, культиватор, подготовить землю. Я еще на телефон. Культиватор, чтобы подготовить землю. Сеялка, чтобы посадить. Удобрение, чтобы удобрить. И комбайн, чтобы собрать. Все, кажись, сейчас я понял. Ну-ка, вид от первого лица вообще четкий. Посмотрите, ребят, ну огонь ведь. Где вы еще такого увидите? Даже, наверное, фарминг-симулятора такого нету. Все, оставляем тут машину. И берем... нашу ласточку, ради которой строилась. Нихера у нее, да? У нее такой бархатистый звук. Так, ну только цвет бежевый, конечно, неплохо. Я ничего сказать не могу, но давайте все-таки с цветом поиграем. А что мы улучшить? Серьезно, только цвет? Я думал, здесь можно что-то еще... Мне кажется, знаете, она какой должна быть? Синий такой, не? Блин, я не могу, к сожалению, повернуть. Вот такой синий, мне кажется. У нас когда-то была вот такая машина, только темно-синяя. В году это к 93-м, наверное. Несколько месяцев. Вот такая была синяя шестерка. Улучшить. Модификация, продать машину. Ну все, мы типа улучшили выехать. Зато у нее все фары горят, в отличие от Range Rover. Алло. Смотри. А, тогда это шестерка. Слушай, это шестерка прям один в один. Классно. Давай, родная, поехали домой. Слушайте, это очень круто. А у нее такой бархатистый звук. Класс, ребята. Просто класс. Кстати, машину с собой мы не могли, да, какую-то захватить. И вот, ну, слушай, наверное, все-таки здесь будет для квадрика места точно хватит. Мне кажется, она что-то... Я думал, она меньше будет. А, ну хотя нормуль. Выхлопной трубой к окну. Машине хватает сдать назад, прикинь, колеса вывесились. Серьезно? И вперед не могу! Блять, приехали. Так. Ебать. Ребята, огонь. И как нам быть теперь? Загрузки, меню, загрузить игру. Так, братцы, не стал я ее перекрашивать пока, потому что непонятно, может быть, придется нам это опять. И сейчас с разгону пробуем туда заскочить. Да, с разгону, в принципе, можем заехать. И вот она здесь, наша крошка вот эта будет вот так стоять. Мы будем просыпаться, видеть вот эти горы прекрасные и наш авто.
автомобиль. Мы еще так подсветочку ему, чтобы она всегда светила. Я не знаю, зачем он выключается всегда сам, да? Слушай, прекрасный гараж, ребята. Еще и квадрик у нас туда войдет. Слушайте, ну хорошо. Мы скупили с вами абсолютно все машины. Значит, нам теперь, у нас есть все эти... Подожди, а что мы тогда будем делать? Поле все-таки или теплицы? Что у нас под теплицей будет необходимо? Вот у нас настенная табличка. Подожди, это последний пункт. Деревянное основание, дверная рама теплицы, стена теплицы, треугольная. Слушай, это как все с домом практически идет. Маленькая грядка, большая грядка. Кстати, большая грядка, понял. Слушайте, ну... Сразу можем сделать основание, подожди, основание. А на основании будет ложиться грядки, что ли? А там чисто стены? То есть вот у нас основание теплицы. Где, наверное? Ну вот как-то надо, скорее всего... Как нам это придумать с вами, ребята? Откуда и куда? Ну вот, давайте. Вот квадрат. Так прям и начинаем. Типа, да? Заготовку такую, типа, с вами... Слушай, ну это даже, наверное, многовато будет. Вот так, давай. Вот так. Ну у нас досок много. Я за это вообще не переживаю. Ну вот, две пока таких хватит. Или тройную вообще сделать. Не, подожди, давай две. И они вообще, может быть, кстати, идут по одной. Я вам скажу. Подожди, а как у нас вход будет здесь выглядеть? Где у нас? Вот, дверной проем теплицы, смотри. Раз, два. Типа вот, вход с одной стороны. Ведь это же теплица прям как идет, да? А, ну здесь мы сделаем глухую стенку. И еще можно один вход посередке. Один вход такой. Это готово. Дальше. Дверь теплицы. Раз, два, три, четыре. Сейчас мы сразу с вами примерный макет такой набросаем. Вот что здесь, кстати, прикольно, что можно действительно вот такой макет накидать, ребята. Стена теплицы. Сразу стрелочка показывается, куда ты чего строишь. То есть в этом плане строительство на самом деле вообще не сложное. Просто нужно понять, что ты хочешь вообще увидеть здесь. Это, слушай, она у нас какая-то как будто прям большая, да, выходит. У нас даже крыши такой мы не сможем сделать, где она, крыша теплицы. Раз. А, не, нормуль. Нормуль. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Там мы треугольники это тоже поставим. Слушай, да? Ну, у нас теплица будет вообще конкретная. Прям нам надо будет... А, ну у нас это, водяная это здесь есть. Так, раз ставим, например, два ставим. Опа, подожди. А сюда какие тогда, если мы поставили эти, а сюда эти войдут? Нет, я, видать, ошибся. Вот, смотри. И сразу их типа... сносишь, вот так убираешь. То есть мы сначала в процессе вот это у нас достанет до сюда. Ну, если что, здесь поставим еще одно. Она, кстати, симпатично смотрится. Так, ребята, нам нужно понять. Крыша теплицы мы поставили. А, левая треугольная, правая треугольная. Треугольная крыша, это если маленькую тепличку ставишь, да. Но мы ставим с вами... большую. И по идее левый у нас сюда ставится, а сюда ставится, соответственно, правая. Да, готово. Они не ожидали, что я такую это сразу гигантскую буду строить теплицу, скорее всего. И левую сюда ставим. Во! Ребята, а? А? Доски, стекло. Слушай, ну у нас все это есть. Может, реально построим, ребята? М?
Просто здесь как это? В каждую надо складывать? А, сначала вообще пол надо. Да, нужно в каждый. Давайте мы, наверное, его подцепим как-то. Ну, к этой, наверное, шляпе он навряд... к этому великолепному UTV он навряд ли подцепится, да. Вот, мы прям подъехали. А, нифига. Но он не... А, еще и трогается с ним. Серьезно? Обалдеть, а я все время к джипу цеплял. Слушай, я сейчас удивлен, что такая вот малютка. Но мы с ним и практически неуправляемые становимся, да? Ну вот такая малютка, слушай, классно. Это меня прям радует. Окей, ну поехали тогда. Тогда поехали все это дело устанавливать. Мы тем более столько с вами закупили. Ребята, а да, в этой серии строим теплицу однозначно. Так, смотрите, значит, я подраскидал здесь немножко бревен. Наверх они у нас уже не ложились. Туда сначала необходимо, видимо, вставить стекло. Почему сюда не хочет? А, вот, здесь видите как. Здесь прям надо... Реально интересно. Или с лестницы придется вставлять. Во, одно. Так. А, вот теперь на верхушечку можно. То есть три. Три. А, здесь сначала... Да, сначала, значит, основание нужно сделать, ребята, полностью нижнее. И тогда ты сможешь уже верхом типа заниматься. Тогда так и идем. Стекло одно. Одно. Что ему здесь не нравится? А, здесь доски не хватает. Нифига себе, это мы момент с вами упустили. Стекло одно готово. Где у нас доски там не хватало? Эту забираем. Вот тут, да, вроде бы? Да. Так, и вот смотри, сейчас у нас, да, вставляются доски наверх. Отлично. А, ну, мы уж давайте стекла до конца, по крайней мере, здесь точно вставим. А, и наверху уже отсюда... Главное, чтобы нам хватило, а то будет обидно, если не хватит стекол немножко, да? А, 0 из 3. Кстати, здесь надо будет лесенку сделать. 3, 3, 1. Туда доски. Здесь, кстати, надо будет, да, нам однозначно. Слушай, надеюсь, хватит. Я все время брал с запасом. Все время брал с запасом доски 5, стекло 3, 3. Одно. Слушайте, ну, вроде все прекрасно. Вроде нам все хватает. Три, три. Все, стекла все. Здесь, значит, нам нужна однозначно ступенька. Хорошо. То есть мы еще даже, смотрю, у нас осталось там 60, получается, 4 стекла. Мы даже еще одну здесь или маленькую, или как. Ну, посмотрим вообще, что это такое. Как мы там будем высаживать все это дело. И лесенку здесь-то я как раз не видел, а вот тут мы ее с вами как раз наблюдали, да, смотри, что она, типа, у нас вот такой будет идти, 5, да, и мы спокойно здесь, 3, 3, открыть дверь, слушай, четко, четко вообще, да, открыта дверь, нам останется с вами здесь просто раскидать этот. Ух ты, как красиво. Ну все, я раскидываю дальше. В конце посмотрим. Так, ребята. Ну, берем последнюю с вами. Подожди, а что она не берется здесь? А-а-а, серьезно? Или она... Вот она, прижата вот этой. Нифига себе. Из этого не могли взять. Смотрите, какая она шикарная. Как она красиво выглядит, эта теплица. Особенно изнутри, да? Да и снаружи прекрасно смотрится. Слушай. Очень красивые теплицы. Это кто такой? Разделать. Опа. Нажмите, чтоб курица. Серьезно? Курицу давай в будку положим. Может быть, вернется наш этот. А, смотрите, как это классно она смотрится. Она внутри такая, знаешь, дорого-богато. Типа тонированные такие стекла идут. И теперь в этой теплице у нас с вами находится где? Там находятся большие грядки были, да? В последнем разделе. А, есть малые, есть большие. Мне кажется, я ее что-то... Это большая, прикиньте.
Мне кажется, я погорячился, сделав реально такую здоровенную теплицу, ребята. Мне кажется, что-то она чересчур прям у нас идет. Из чего они, кстати, делаются? Только доски вроде бы, да? Я что-то там плохо вижу. Мы даже... А, подожди, как у нас она может идти? Типа, чтобы мы не топтали? Типа вот так. А одна пойдет вот так. И у нас будет идти вот так один ряд целиком по прямой. Или чтобы не высаживать сейчас это все, не выставлять, потому что ей заниматься... Ну, я не знаю, если она, конечно, будет какая-то более-менее автоматическая, я бы, конечно, здесь систему полива включил, и можно сколько угодно делать грядок, да, но мы в этом не уверены, и поэтому я даже не знаю, как нам быть-то, сколько нам их, подожди, давай вот эти две уберем, пока вот этот один ряд оставляем, как она делает, 18 досок, серьезно, а чё так мало, ну смотрится она, конечно, мажорненько, да. Слушай, ну что-то это очень, да, как-то мало. 18-то. Почему не 100? Ха. Ладно, делаем грядки. Так. Подраскидали мы их, смотрите, здесь сразу с вами сделали один ряд. По крайней мере, слушай, досок очень много на это уходит. У нас реально на грядки ушло больше досок, чем на тот вот домик, что мы построили, на эту теплицу. Здесь можно открывать, кстати, чтобы гуляли, да? И теперь сюда, я так понимаю, ну-ка, где наш глоссарий? Мы что-то вообще читали про эту тему-то, садоводство и теплицы. В книге чертежей вы найдете детали для теплицы. Можно выращивать внутри теплицы или снаружи сооружения. В магазине вы можете купить различные семена, которые помогут расти быстрее. И лекарства. Каждое растение имеет и требуется к поливу. Обязательно за тем, чтобы посадки не испортились. Можно установить поливную систему для автоматизации полива растений. Отлично. Пользователь интерфейс об уровнях полива, количество удобрений, росте растения, бла-бла-бла-бла-бла. Компостер можно приобрести в магазине, взяв его в руки, положить внутрь фекалии животных, которые превратят их в удобрение. А как это мы все будем перетаскивать вручную, вы хотите сказать? Да ну нафиг. Да ну нафиг. Ладно, поехали сгоняем за этим, как его называют. Пока не стемнело, в магазин. Купим какие-то посевные, да, там, я не знаю, сейчас пикап перегоним. Ну, поехали, в общем. У нас с вами вроде как багажник здесь на крыше присутствует. Поэтому взял я этот джип. Что нам, по идее, семена же здесь только, да, закинуть наверх. Необходимо. Сейчас это дело и попробуем с вами здесь закупиться, затариться, забрать. Что у нас по деньгам? У нас денег-то всего 700. Ёлки-моталки. Ну, смотрите, берем однозначно систему полива, да, вот этот разбрызгиватель. Ну, давай вот, на сотню их возьмем. А, семена подсолнуха, слушай, дорогие, болгарский перец, ананас, тыква, арбуз. Давайте виноград, капусту, бля, захерачим. Давайте. Раз, два капуста, два арбуза, два винограда, две тыквы. На 300 набрали. Одна клубника, один томат, один перец, один ананас. Удобрение на 100, медицина на 100. На 625 у нас всего 764. Нам нужно, короче, сначала подраспродать все. Ну, это купим. Это купим, по крайней мере, отвезем сейчас. Нихера себе, серьезно, это вот так все раскидывается. Не, ну это, слушай, это вообще не дело, ребят. Это вообще не... А как мне это туда сейчас закинуть все еще, да? Слушай, ну это вообще не дело. Ты посмотри, как это просто все раскидали здесь. Нам нужно будет однозначно сюда. И это же ни в какой ни сумочку не сложится, да? 10 типа семян там идет. Мы вот сюда сейчас это в кучку скинем. Вот, ребят, все это в кучке пускай тогда остается здесь. А, смотри, у нас еще на машине лежит здесь тоже. Кстати, нет.
Не положить. Это то, что упало, да, наверное. А, короче, пусть это все в уголочке здесь лежит. Вот это, конечно, вообще момент непродуманный, да. Мы с вами пригоним этот, как его называют? Ну, либо пикап сюда пригоним, либо UTV-шку, да, удобную вот эту, где нормальный у нас широкий кузов. Нам, наверное, UTV-шку, да, наверное, пригоним с кузовом. И я еще заскочу, куплю на нее этот, а перед этим мы с вами затарим. Слушай, ну, джип симпатичный. Кстати, на джип... А, ну мы сейчас по тюнингу ничего и не посмотрим. А, так как лавы у нас нету, да, заплатить. Но следующий сид, слушай, как красиво теплица, да, выглядит. Кот там живой ходит. Давайте проверим, что у нас здесь на убой вообще будет. Вот здесь под освещением. Еще вот этот включим, давай свет. А, вот так, перед сном тебе. Уж больно ты это, братец. Уж больно ты здоровый, серьезно. Нам такие прям вот всегда нужны. А, еще как нужны. В общем, ребята, в следующей серии мы опять копим деньги, чтобы разобраться, как у нас будет устроена наша теплица, как здесь провести воду, чтобы это все поливалось, разбрызгивалось. По идее, еще поставить можно здесь, я не знаю, там, либо вообще все в грядках засадить, да. Ну, как за этим следить? Мы сначала один ряд, типа, высадим, поглядим, посмотрим. А так, вот такая очень красивая теплица. Единственное, что, может быть, надо было мне ее поставить, наверное, вдоль. Но так как мы в тот дом реально ходим очень редко, поэтому и так она смотрится тоже хорошо. Мы даже здесь буквой Г, может быть, еще маленькие теплицы при желании поставим. У меня вот мой красивенький дом, у нас здесь шикарнейшая стоит машина, и вот с таким видом мы с вами, ребята, ложимся спать. Смотрите, ребята, с каким видом просыпаешься. Лежишь, в окошечко смотришь, да, и смотри, стоит ласточка наша красивая, вообще, конечно, лежит, балдеет. Огонь, да? Ребята, в общем, на сегодня мы нашу серию заканчиваем. Нам нужно будет в следующей серии заняться всякими перевозками. Я сейчас здесь подготовительные работы мяса заведу, потому что у нас нету денег на мясо. То есть нету денег на закупки какие-то, да, всего. Но мы купили зато с вами полностью весь автопарк в этой серии и построили прекрасную теплицу. Всем огромное спасибо, если вам понравилось, поддержите, пожалуйста, лайком, напишите комментарий для продвижения канала, а я желаю всем удачи, до новых встреч, пока.